Приют так кошачий, но собачкам нужна помощь не меньше. В приюте волонтера Влады 9 жизней, новое поступление. И на этот раз ни кошечка, ни котенок. У нас щенок, собственно, с которого и началась вся эта история. И старенькая девочка породы мопс. Животные были изъяты у неблагополучных хозяев. Их просто отдали волонтеру, так как им они не нужны. Они о них не заботятся. Остальные животные еще не настолько в плохом состоянии, как эти. Но их учат в дальнейшем незавидно, если ничего уже сейчас не делать. Несмотря на свои жилищные трудности, Влада не смогла отвернуться и пройти мимо. Передержку просто некогда было искать. Животных нужно было спасать в срочном порядке. Щенок породы спаниель. Срочно нужно ее было определять. Девочка 7 числа, ей исполнился только месяц. Квартирное животное. Обязательно стерилизация по возрасту. С мопсом совсем все сложно, не нахожу цензурных слов для описания. Животным не занимались с момента приобретения, даже никогда не обрабатывали от паразитов. Возраст от 8 до 10 лет, завтра в срочном порядке поездка в ветклинику. Визуально запущенный дерматит по хребту, проблемы с глазами, не слышит совсем, говорила вчера девушка. Многие стали звонить и писать на ее счет волонтеру, но прежде девушка пообщается со всеми. Необходима волонтеру поддержка. Пока не знает она, с чем предстоит иметь дело, но первично нужно сделать общий анализ крови собачки, а это где-то 800 рублей изначально. После результата поездки выложим все новости. И еще сейчас в мини-приюте у всех котиков проблемки с ушками и нужна обработка. Раньше при Украине была хорошая мазь, притом недорогая, но теперь у нас ее не продают. Спанельку девушка искупала, блохи просто сыпались. Там так от такого щенка, она же всего лишь с ладошку. Нам крайне нужна поддержка. Помочь приюту может каждый. Животные голодные до ужаса. Вот так они дерутся за корм. Просто убиваются. Вот состояние мопса. То есть визуально можно увидеть. Это просто жесть. Это так издеваться над животными. Она дышит непонятно. Насколько голодные животные.